Ребята, всем привет! Сегодня я расскажу, покажу вам, как работает термистор. Вот. Заказывал я тоже с Китая их. Заказал 100 килоомники. Для чего я их заказал? Начал сталкиваться с такой проблемой мультиварки. В мультиварках идет в верхней крышке и в нижней крышке, вернее, в нижнем поддоне середина. Там стоят датчики. В середине, в нижней, и сверху стоит датчик. Вот. И если какой-нибудь датчик начинает отказывать, начинается ошибка Е, то ли Е1, то ли Е4. Вот. Е1, по-моему, по датчику идет. Ну, любая ошибка, надо смотреть, конечно. Вот. Что с ним происходит, с датчиком вот с этим? Если в верхней крышке, там все время парит, и окисление происходит на ножках. Вот. И ножка отваливается, короче говоря. Можно и подпаяться, иногда получается, иногда не получается даже подпаяться. Вот. И тогда вот столкнулся когда с проблемой, начал заказал вот такие термисторы. Вот. Он идет 100 килоомник термистор. Сейчас мы замерим, сколько он. Прибор я поставил на 200 килоом. Вот, ровно 100 килоом, видите. При температуре, ну, 22 градуса в доме, наверное. Чуть повышается даже. Вот давайте нагреваем его сейчас от руки даже. И она начинает падать, видите, 65. Хорошо реагирует, быстро. Так что в холодном почти состоянии он 100 кОм должен показывать. Ну давайте этот посмотрим. Разница там может быть небольшая будет. Но вот он уже, наверное, нагревается от пальцев. Вот видите, нагревается. Главное, чтобы он работал правильно. А, полярности у него нету, так что разницы нет, как поставить. Вот первым делом смотрите в мультиварке крышку и провода. Бывает, на самой крышке провода переламываются на мультиварке. Бывает, вот этот термистор накрывается. Вот. Он стоит, еще раз говорю, что он стоит и снизу мультиварки. Донышко вот есть, и потом вот это кольцо греет, которое тена. И вот такая пипочка, которая нажимается на нее, на пружинке. Вот под ней там стоит вот такой термистор. Вот их стоят или один, или два. Ну, смотря как. Вы можете, конечно, сказать, что да, типа, что там эта мультиварка. Но есть, ребята, дорогие мультиварки. Вот, как-то на работу приносили мультиварку, говорит, посмотрите, посмотрите, пожалуйста, посмотрите. Я тоже так как-то это... А потом, когда посмотрел, ну так она стоит-то там, блин, ну, 1008 или 10 мультиварочка. Так что, как бы тоже реально что-то починить и денег заработать. Вот такие дела, ребят. Так что смотрите, если в крайнем случае или со старых вытаскиваете, или закажите, можно заказать в Китае. Вот, я заказывал две партии, одну заказал, не пришла. Потом заказал вторую партию по 10 штук, и потом пришли две партии, короче. Ну, где-то застряла одна посылка. Вот, ну, в общем, так вот. Так что, если интересно было, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.